Представители духовенства ведут активную борьбу с экстремизмом. Имамы областной мечети провели противоэкстремистскую агитацию на предприятиях и учебных заведениях Карагандинской области. Подробнее в репортаже Аиды Ибраевой. Посещение всех районов Карагандинской области для религиозных представителей стало традиционным событием. Ежегодно в поездку по городам и селам регионов с исламоведами отправляются представители интеллигенции. Главная цель их путешествий – единство и согласие в республике. Из-за незнания и недостатка информации подрастающее поколение вливается в различные секты и группировки. Такая тенденция есть. И чтобы этого не происходило, мы проводим такие встречи. Рабочая поездка по разъяснению религии ислама представителями духовенства проводится с ноября нынешнего года. При поддержке акимата и отдела внутренней политики исламоведы подробно разъясняют жителям области все столпы Корана, что имеет особое значение. Были люди, которые привозили культуру и традиции других религий и пытались внедрить их в нашей республике. Наша молодежь должна понимать, для чего это делается, и не поддаваться влиянию неправомерных религий. На данной встрече обсуждались множество вопросов. Разъяснение правильного понимания религии ислама – основная задача имамов. Однако без помощи и объединения сил граждан борьба с экстремизмом будет бесполезна, отмечают участники встречи. Бывало, что дети обращались против родителей. Ребенок просто отказывался есть и пить с рук родной матери, если та не читала намаз. Неправильная трактовка правил религии приводит даже к таким случаям. Представители духовенства намерены продолжать работы в данном направлении. В следующем году агитационная группа отправится с новыми вопросами к жителям разных районов. В Караганде традиционно будет проведена работа в высших учебных заведениях. Также в планах у них организовать благотворительный фонд и построить новое медресе. Аида Ибраева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.